только во всем мире и антистресс. Знаете, что такое антистресс? Это когда вы очень злые, вот так вот, например, тарелку разбиваете. Вот, тогда вам всегда поможет антистресс. Это постоянно для вас будет вечная хлопалка. Сегодня я хотела с вами поговорить про нервы, потому что они очень часто некоторым шалят. А вы знаете, как их успокоить? О, беда! Вот смотрите, вот беда. Нервы реально успокаиваются. Вчера игралась до ночи, он меня услышал. Чего у тебя опыт на попит морде? Точно, я вчера им игралась. Там слышно, что попит — это крутая вещь. И если положить на ту сторону, которая очень плохо щипается, на горячую воду, то она станет самой лучшей, даже с лучшей стороной, чем вот это вот. А тут реально можно делать вот такие вот лайфхаки. Круто, правда? Я сейчас хочу сказать о одном классном лайфхаке. Если вы после школы или после садика у вас горят нервы, и еще и у вас родители, бежите в свою комнату, берете три попита и ждете 5 секунд. Раз, два, три. Вот, вот эта улыбка будет и у ваших родителей, и у себя. А целый день вы будете только смеяться. А если будете долго им играть, то он вас усыпит. Поняли, как это? Поэтому, если у вас шалят нервишки, бежите в свою комнату за помощью попита. А то попит нервы успокаивающе. И нервы засыпающе. Попит — самая классная и популярная игрушка во всем свете и мире. Если вы хотите, чтобы я рассказала или показала вам какой-то лайфхак и сняла видео про... Смотрите, 100 человеков, ну и, конечно же, подписан. А пока вы их столько не сделаете, я не сниму самых классных лайфхаков, всяких крутых видео с животными и крутых приключений. А кто уже это сделал, ждет сюрприз. А сегодня я вам буду говорить такие видео дальше. Но я это буду говорить только завтра, на завтрашнем видео. И еще желаю всем вам купить такие игрушки и играться ими каждый день. Ну, обязательно ими нужно поиграться, когда у вас мозги. Вот такие вот. Нужно вот так вот делать. Поняли, как это?